к внешнему переходит в черную, и получается очень красивое графическое обозначение глаза. So now we'll have the third girl, which will be the Caroline Kümmelstedt model. So give a big hand of applause for her. А сейчас мы с вами посмотрим, собственно, на обещанную ранее модель от Caroline Kümmelstedt и встречаем нашу третью модель на сцене. So this look was all about Barry Stane, beautiful lip-sync focus. Это, конечно, весь фокус в этом созданном макияже на помаду. Complementing the lips with a quite understated eye, but with graphic and beautiful eyebrows. Подчеркивающие губы при фокусе, смещенном от глаз, очень-очень мягкий макияж глаз, при четко обозначенных бровях. And as you can see, the balance works really well together. И как вы видите,